Смотри, что нашел. Нейтральный зиплайн был написано. И все бы в этом ничего. Если не считать того, что я-то тут остался, а... Как сюда вылезти теперь? Ой! Так, где-то он тут был, да. Сейчас я его найду. Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, самый вредный енот. Мы продолжаем играть в игрушку Ark Survival Evolved DLC Aberration. И я в поисках собакена. Вот он. Так, у нас собака, кстати, стала не тот собакен. Нам нужно притянуть вот этого. Мне сказали, водными грибами его надо томить. Тогда он будет довольно быстро вставать, приручаться и так далее. В общем, вот эта собака, что она делает? Она мало того, что светит в темноте, она еще дает вроде как дамаг, усиление к дамагу. Давайте пробуем его притомить. У нас один есть, теперь будет второй. Вот, смотри, по 20% дает. Тоже хорошо. Так, у нас собака встала. А что седло? Рей сделал, нет седло? По-моему, сделал. Сейчас посмотрим. Я там что еще притащил? Рейсов. Так, сколько у нас уже? Смотри, уже 30%. Так, давай-то я сейчас таймим собаку и погнали рапторов искать томить. Там на том берегу, ну, да, они вроде были? Все, сейчас собаку томлю и погнали. Все, собаку приручил. Во, пойдет. Так, все, взял. Так, ну ты валяйся тут, короче, встанешь. Я у дома жду с собакой. Так, у нас там Карна уже стоит. Ждет, не дождется. Все, отлично. Так, где там собака? Стопэ, стопэ, стопэ. Сейчас седло, короче, посмотрю. Стоять, руки вверх. Полиция, сложный прикол. Я очень сильно напуган. Это кто такой был, не знаешь? Ты попалась. Так, подожди, нам что нужно? Тебя украли, ты от нас сбежал. То меня украли? Фига себе. А почему я об этом не знал? А твой сатрайб заговорил, забирайте. Представляешь? А я тебе могу подсказать, где он лежит. Так, где там собака? Вот она, собака наша. Все ловят нас, а? Ужас, кошмар. Все меня похитить хотят, все меня сожрать хотят. Бедные несчастные. Ты ж не хочешь меня похитить? По-любому не хочешь. Зачем тебе меня хитить? Ты меня будешь хитить? Я буду печеньки требовать, я буду жрать постоянно. Так, а что такое у нас? Вожак. Вожак, это хорошо. Так, подожди, а что? Стоять. В принципе, ждем только Влада. И как только Влад у нас появляется, где-то тут вот ушко валяется, мы пойдем томить рапторов. Попробуем притомить. В принципе, голос у нас есть. Наркострелы сейчас мы маленько побольше сделаем. И пойдем вон туда, вон прям вон туда, вон прямо-прямо туда. Там вроде как было очень много рапторов. Они там то ли спавну, то ли еще что-то такое. В общем, будем их попробуем притомить сегодня, чтобы рапторы у нас были. У нас операция спасения. Я переплыл речку, там были собаки. Угадайте трех раз, что сделали собаки, а? Вот ты знаешь, что делали? Правильно. Они нас сожрали. Самым натуральным образом. Короче, свой лут я забрал. Я такой радостный, молодец. Забрал лут. Классно, все. Убежал. Счастливый. Конечно, а у меня же там собака сгрызанная. Сейчас я вот хрен найду. Давайте мы вот так вот сделаем. Где-то тут моя собака должна быть. Вот она. Там все ничего, там седло. Мы седло-то делать не умеем. А вон собаки эти. Собираем все, убегаем все. Все, короче, операция спасения вроде как удалась. Нам пытался помочь кто-то на собаке, походу это был Рэй, я сильно не успел разглядеть, но по-моему это был он. Я надеюсь, его не сгрызли. Рэй, если тебя сгрызли, моя плохой, извиняй. Так, ну маленько дышать, давай, короче, навалить отсюда. Сейчас, в принципе, планы у нас не меняются, мы должны найти рапторов. Трилобиты всякие. Ну, рапторов мы, походу, будем искать в другом месте, потому что тут собаки ходят, я их боюсь. Они реально, все бы ничего в этих собаках, но у них тут, когда кровоток идет, это все печально. Буквально мне не хватило одной секунды, чтобы убежать. У меня вот буквально там меньше секунды оставалось, и хп немножко было. И вот получается, что
Ну как это обидно, меня сожрали. Самым натуральным, самым обидным образом. За жопу съели. Прям за жопу взяли, укусили, съели. Так, я знаете, что предлагаю? Давай посмотрим, там стоит что-то упало. Но туда-то я побегу на нашем простом пустошителе. Во-первых, я устал. А во-вторых, я хотел поставить трубу сюда. В смысле? Сюда. Вот так. А, и отдохнуть. Так, погнали, посмотрим, что вам в зеленом лучике. Тут вроде как никого не должно быть. А, мы туда не залезем. Все, я вспомнил. Тут-то, видишь, люди-то умные. Вон, видишь, растяжку делали, все дела. А мы-то на ней пользоваться еще и не умеем. Хотя... Есть у меня такие мысли. Это же собака-скалолаз. Хреновенький, но скалолаз. Что-то всем паршивенький скалолаз. Ну да ладно. Вроде как что-то получается. Нет, мы туда не запрыгнем. Ну и ладно. Пойдем тогда искать. Давайте на разведку. Опа. Знаешь, что делаем? Так, сделаем мы пассив. Нам нужен мед. Теремет. Садимся. Бежим! Ух ты, ё. Сейчас мы вторую собаку прострём. Она на пассив. Ой, блин. Мы сейчас... Короче, ребятки, меня Влад будет материть. Он меня возненавидит. Вставай быстрее, потом осмотришься. Собака дохнет быстрее. Я почему-то думал, что мы спокойно сядем на собаку и бежим, а? Да ё-моё. Сейчас, ага. Жди, надейся. Что не так, беги. Потом потрясётся. А, все ничего. Вот если бы собака была подальше. Я не думал, что все печально будет. Не, подожди, собаку вроде не кусают. Это хорошо. Но главное, что мы мёд спёрли. Но никогда так не делай. Вот енот тебе показывает, как не надо делать, запомни. У меня политика не такая, как надо, а как не надо. У меня почему-то всегда выходит, что именно так оно и происходит. Зато у нас меда есть, кстати, сколько меда? Меда у нас, ну, в целом сойдет. Не так много, но есть немножко. А мед для чего нужен? Мед нужен для крысы, но крысы я не вижу. Давайте попробуем поискать, может быть, мы мышку найдем, вот эту вот самую. Крысу-землеройку, либо раптора. Да, давайте оденемся. Как я тут? А то без очков-то не... А, очков нету, все. Это кто? Фига себе. Спинозавр 130. Нихрена я там. Где шарился, а? Кого под хвостом лазил? Нет, опасно. А, побежали, в общем, искать. Нам нужен либо раптор, нам нужен либо раптор, либо мышка. А, ну, смотри, крыса, которая землеройка. В идеале нам, конечно, найти крысу-землеройку. Она вообще классная. Нашел раптора. Давайте посмотрим, какой левел. Я думал, на меня согрится, но нет. Он согрелся не на меня. Давайте посмотрим, на кого. Он на колобка согрелся. Давайте влияем левел у него. А, ой, да это пятый левел. Не, я с ним даже наращиваться не буду. Давай его просто жмем, да и все. Вот так вот съели раптора и побежали отсюда. Все, немножко прокачали левел. Я тут просто вообще осматриваю территорию, бегаю везде, где только можно. Пытаюсь рассмотреть, что тут вообще есть. Попытки, понятное дело, найти нам либо мышку, крыску, Рататуя 2, либо раптора. Ну, давайте посмотрим. Мы не знаем, где находимся, уже наш дом вот там. Дом, я думаю, мы найдем в любом случае. Так, это кто? Это у нас паразавр. А это кто у нас? Убью мою вот эту. Какая-то невидимая механическая хрень. Это седло на мыху, наверное, такое. Смотри-ка, на крыску. Арменчик. Арнольд и Арменчик. С ними мы к ним не пойдем. Они, возможно, злые. Поэтому мы к ним не пойдем. Я их боюсь. Я тут вообще всего боюсь уже. Я тут шуганный стал. Скоро глаз будет дергаться и сединой покроюсь. С этим Aberration. Это реально страшно. Кстати говоря, узнал, что... Смотри. Узнал. Вот если мы начинаем хавать такие вот грибочки, которых у меня, кстати, не так много осталось, ну да ладно. Они очень неплохо спасают от этих галлюциногенов. Кто не знал, это грибочки. Сейчас скажу, как они называются. Это простые грибы вот эти самые. В общем, самые простые грибы, где они, вот они. Они потом, наверное, вместе-то и растут. Давай их еще наберем. Что? Раздражающий гриб, точно.
потому что мало ли нам пригодится, где-нибудь так вот влетим. Он снижает время действия наркоты этой. То есть практически сразу. Так, этот паразавр неинтересно. Давайте еще посмотрим, что тут есть вообще. Вон, раптор вижу. Раптор прямо по курсу. 90. Я думаю, сойдет. Раптор! Хлобысь боссом в морду. Смотрите, я тебя сейчас еще удивлю. Оба, промеж глаз. Раз. Два. Три. А еще нам теперь барашек нужен. Четыре. Три выстрела, по сути, хватило ему. Три выстрела, и нам теперь нужен барашек. Барашка у меня, по-моему, с собой вообще нету, да? А, да, ну-ка, а что у тебя с голодом? Ну-ка, раптор, скажи-ка мне. Скажи-ка, раптор, ведь не даром ты тут ходишь одичалый такой, а? Нет, даром он ходил. Я просто искал, вот, барашек теперь нужен. Надо ждать, пока он проголодается. Так, а вот тут, если не ошибаюсь, шарился Василиск. Вот тут вот. Что-то мне подсказывает, у меня просто, когда я тут чекал, он меня убивал несколько раз. Опа, крабик, смотри-ка. Каркинос. Сказали глушать как голема, а тамить и тамить его там по-особенному вроде как. Что-то я... Вторую часть фразы я прослушал. Так, хорошо, нам бы теперь мяско я не хочу. Нет, Василиска-то, наверное, тут нету уже. Спинозавр сбудет. Что это такое, кто мне скажет? Полностью заряжен. Чем он заряжен? Что он делает? Вы в районе действия эффекта заряда, защищающего от безымянных. А, я, конечно, догадался. Безымянные такие маленькие челдобречки, которые живут под землей. Которые нападают, травят и так далее. И они боятся света. Так, к слову. Это дикий тоже, да, спина? Ну, десятый спина. Нет, я что-то на них пока дергаться не буду. Я что-то не уверен, что десятый спина слишком слабый. Есть у меня подозрение, что он нифига не слабый. Поэтому давайте мы пока нарваться на него не станем. Просто погуляем, посмотрим, что тут есть. Может, барашка найдем. В принципе, барашки шерились недалеко от нас. Ну, блин, не бежать же обратно уже. Раз уж мы выпрыгнули непонятно куда, давайте посмотрим на непонятно что. Как-то так. Так, вот смотри, там собаки. Там крабы, собаки, крокодилы. Спинозавры. Короче, там вообще делать ничего. И мы туда не полезем. Именно по этой самой причине. Так, ладно, нам нужно томить как-то раптора. Сейчас посмотрю, может быть, где-нибудь... Ой, жрут! Не, подожди, кого жрут? Нашего раптора не могут жрать еще таким образом. Это кто? Опустошитель Slime Silver Tribe. Запомнили. Если нашего раптора съедят, мы на них обидимся. Так, вниз мы падать не будем. С другой стороны, если мы вниз не будем падать, то где наш раптор? А вот не он ли? Не, смотри, я журнальчик нашел. Хороший. Подожди, а где наш раптор? А, наш раптор внизу был. Вот там, точно. Я слишком далеко убежал. Да, мы мимо вот этих пробегали. Вот. И как раз раптор, по-моему, был тут на вершине. А мы потом прибежали вот именно к этому. А раптор был где-то вот здесь. Вон он лежит. Именно не вот здесь, а вот здесь. И пускай это режет слух тебе. Вот так вот, как ты говоришь, учительница по-русскому литературе. Вот, наверное, тебе также пускай режет. Во. Так. Нет, маловато. Надо барашка. Надо для этого барашка. С барашками тут, видимо, проблема вообще большая. Вот, собственно. Тоже сойдет. А от кого ты убегал? Смотри-ка, все бегают, кто-то валит. А, мяско. Здорово. Какие общительные все, а? Какие хорошие люди. Главное, чтобы не сражали, блин, пока я отвлекусь. А так люди хорошие. Только спиной нельзя поворачиваться таким. Так, все-таки нам... Ну ладно, пойду я какой-нибудь поищу первого сорта мяска какой-нибудь. Смотри, что нашел. Нейтральная зиплайн была написана. И все бы в этом ничего. Если не считать того, что я-то тут остался, а... Как сюда влезть теперь?
Ой! И все. Нет, нормально, живой. Все бы ничего. Если бы моя зверюга не осталась наверху. Если бы я не упал. Если бы тут не шарились дикие злые динозавры. Кстати говоря, они около нашего дома. А, сейчас. Тебя-то вырублю. 15 левел. Кстати, да, ты походу около нашего дома прям. Если не ошибаюсь, там направо. Все, так, ты давай спи. А я давай пошел. Подожди, нет, я что-то путаю, смотри-ка. Да нифига, не у нашего дома. Еще надо взять вот так, наверное. Волос. Конечно, он не спасет нас, ни хренашеньки. Но вот от такой мелочи, типа раптора, может быть, нам полезен. Вот это мы нарвались. Вот это нам весело сейчас будет. Это я не знаю, сейчас куда нам идти. И как их выживать. Все очень-очень печально. Забрался енот, да? На кой хрен забрался, непонятно. Нам, короче, нужно вот туда теперь как-то подняться. При этом нам нужно подняться как-то это так, чтобы нас никто не съел. Что проблема даже не подняться, проблема, чтобы не съели. А тут, как минимум, смотри, он краб. Там краб, крокодил. И спину. И вода. Да, конечно. Короче, на еще. Побежали. Тут, потому что еще пираньки, скорее всего, будут. Чем быстрее мы переплывем, вот она, собака, она ждала. Тем меньше шансов, что нас съедят. Короче, нам нужно бежать. Нам нужно просто бежать. Неважно куда, главное отсюда. В некоторых ситуациях нужно, не нужно думать, куда бежать. Нужно думать, откуда бежать. Надо, короче, их вырубать. Они бы что лучше за мной побегут. Так, той одной хватило, там хватило трех. Все, начни двух, все правильно. Расчеты никогда не подводят. Вот для чего нужно инженерию учить. Вот для чего нужно быть инженером. Так, ладно, побежали, пока нас не съели нафиг. Это гуманитарий бы знал, для чего, куда он на этой лезет. Да, конечно, да-да-да. На тебя, по-моему, тоже действовало. Действует, точно. Так, а сейчас их вырубаем нахер. Че, енот реально тут главный усыпитель, блин. Ты спать будешь, нет? Он, походу, не будет спать. Да ну его нахер, побежали отсюда. Он реально не хочет спать. Ну на тебе напоследок. Да все, в баню. Не, уснул ты, смотри-ка. Так, тухляк, тухляк, тухляк. У меня вроде был тухляк. Тухляк, тихо. Тухляк. На, тухляка, жри. Это вы мне, ребят, вот ты мне прям, вот прям ты взял и подсказал мне. Я знаю, что нужно хавать, вернее не хавать, а нужно кормить скорпиона тухляком. Все, я его запихал, пускай тухляк жрет. Итак. Нам куда? Нам вот туда надо. Вот туда упали. Берем болос, бежим дальше. Тут мы ходили. А вот его тут не было. Аберрантный карнотавр. Чё гремишь-то, а? Чё дурачок? Давай карнотавр сейчас на парацера нарвется. Он в него ластится. А мне как пробегать? Ёшкин кот. Ладно, понял. Намек понял, не дурак. По краешку вдоль скалы. Аккуратно вдоль скалы. Вот так без палева бежим. Так, чтобы нас не увидели. Скажите мне, нафига я нажал на эту кнопочку Е? Зачем я нажал на кнопочку Е? Я думал, там что-то интересное будет. А он взял и съехал с нее. Вот тут мы, по-моему, не были. Нам, конечно, надо как-то вот туда наверх. Я не знаю как. Не знаю, что нам туда надо, но я не знаю как. Ну, мы же тут были. А еще у нас там раптор спит. Как бы не проснулся, сволочь. Впереди там кто-то там тоже что-то. Зверюга какая-то. Ладно, бежим. Светлячков вон смотрим. Хватит. Тихо. Пригнулись. Бежим. Нахуй карту глянуть. Где мы? Где мы? А были где? Ока. Отвратительно. Так, это что ты пешком заходил? А, батарею гуманитарь, нифига себе. И где батарейку-то возьму? Не основа-то батареек нету уже. Эй, что такое? Нам, короче, надо как-то... Я не знаю, нам куда надо.
Что это? Источник газа. Тут, блин, промышленность прям, смотри-ка, а? Мировая. Панский ты городовой. Я уже далеко убежал. Я уже очень далеко убежал. Хотя вот тут мы вроде как были. Да, мы тут были, был тут спинозавр. Так, подожди. Если мы были тут, тут был спинозавр. То это, походу, не то место все равно. Потому что вроде как рельеф-то был другой совершенно. Мы не могли вот оттуда прийти, как считаете? Блин. Так-то отвратительно. Ладно. В целом есть и хорошие новости. Я нашел крысу. Только толку от того, что я ее нашел, потому что сейчас ее томить явно не буду, потому что я сам потерялся. Я понятия не имею, куда мне идти бежать. Я понимаю, что мне нужно вот туда, наверх куда-то. Как туда попасть, я не знаю. Не, ну в принципе можно, конечно, поржать, но нет. Давайте отбежим, а то оно подумает, что мы сперли, а оно просто исчезло. Так, давай отдохнем. Нам, конечно, надо как-то вот туда наверх забраться. А как? Ладно, побежали. Мы сейчас с вами всю локацию изучим, полностью копкая. Таракан. Ты там свисти поменьше, блин. Свисти и свети поменьше. А то прибежит какой-нибудь дурачок, сожжет нас обоих. Мы где? Мы, по-моему, вообще нифига не туда бежим. Раз у меня там закрыто, значит мы бежим совершенно никуда. Ну давай хоть посмотрим, что там есть. Странно то, что меня до сих пор не сожрали, это очень удивительно. Должны были уже несколько раз. Не, я туда не побегу. Это бесполезно. Так. Но с другой стороны, собака наша жива. Только ее у нас нету больше. Потому что мы не знаем, где она теперь. Идет уже такой устающий-то. Может, он барахло скинуть лишнее. Так, давай мы, наверное, кстати, это, по-моему, воду восстанавливать, да? Ну, что-то типа. А, давай лишнее скинем, я думаю. Вот это зачем мне? Так, хватит. Так, вот это мне тоже не надо. Вот это я скину. Все, пойдет. Побежали. Немножко освободились, я думаю, нам пойдет. Так, значит, смотри. Там у нас спинозавр, от слева мы прибежали. Нам нужно бежать налево. Туда, откуда мы прибежали, потому что иначе мы... Я иначе не знаю, куда больше бежать. Смертельный номер. Нам нужно, короче, пробежать так, чтобы у нас не загнался спинозавр. Лучше даже, чтобы он нас не заметил. Отлично. Пробежали, отлично, хорошо. Так. Вот твой. Кажется, ребятки, я правильно. Все, я нашелся. Вот, мы туда в тот раз не пошли. Наверное. Так, а сейчас мы вроде как правильно бежим. Вот тут у нас должен как раз наш Рекс вроде... Ой, Рекс говорю. Раптор вроде как наш лежать. Вот он. Да, все, ребятки, нашелся. Мы практически правильно бежали. Так, Раптор. Во-первых, у меня наркоты нету, поэтому жри, что дают. Наркоты у меня реально нету. У меня хоть бы грибочки были, ё-моё. Может, успеет. Не, в принципе, он должен успеть такими темпами, но у меня... Ну, подожди, ты давай тут будь. Я сейчас быстрее погнал. Мне, получается, нужно сюда наверх. Карна... Япона мать, ты смотри, там что-то кто-то пришел. У нас, короче, ой, все, хана нашим всем Дина, походу. Получается, сначала убили. Все, там кто-то приперся. Там пришли злые. Короче, вы поняли. Надеюсь, что это не люди пришли. Надеюсь, просто дикие животные приперлись. Блин, так-то обидно, нихера ж себе. Сначала убили Влада, потом сражали Карна, сейчас сражали Трайка. Да, короче, в следующей серии будет, походу, весело. А, там еще собакен один остался, а кто у нас еще там был? У нас там халупа осталась с собачкой. И все. И больше некого, нету никого, вообще никого больше не осталось. Короче, вот то, что я сейчас убежал оттуда, это я, походу, вообще спасся. И себя спас, и собакена нашего спас, вот он. Все, отлично, нашелся. Хотя бы нашелся, и то радует. Так, значит, на собакена. Мяско у него было. Наркоты у него, правда, ни хренашеньки не было. Точно нет наркоты. Вообще нет наркоты. Давай быстрее побежали. А, есть такой шанс, что мы успеем Раптора притомить.
Он, в принципе, томился довольно быстро, блин, но у него и оглушение уже никакущее. Он скоро встанет, и походу он реально встанет. Хоть стрелу ему в лобешник пускай ядовитую, правда, блин. Приручение у нас упадет, ну, может действительно так уже делать. Сейчас посмотрим. Так, где он? Он где-то тут у нас. Это уже экстренный такой вариант, если уж совсем ничто нам не поможет. Я будет придется воспользоваться именно им. Ни грибов, ничего нету. Так, давай, мясо хавай. Да, он сыт. О, нет, короче, да, тут надо наркоту. Наркоту надо, наркоту. Наркогрибы. Ну-ка, кстати, подождите-ка. Давайте, в общем, попробуем. Возможно, тут наркоберии мы сейчас соберем. Водные грибы, едкий гриб. Вот едкий гриб тоже сойдет. То же самое наркоберии. Давай, короче, попробуем их пособирать. Может, нам этого хватит. Вот их так-то дофигища же было, а. Никого не осталось. Так, хаваем, хаваем, хаваем. Жрем, жрем, жрем. Собираем, собираем. Короче, походу, да. Ладно, давай, сколько есть. Качаем его, посмотрим, как улучшится это у него состояние. Вырубится он, не вырубится. Потому что у него все уже совсем все печально. Так, сколько улучшений растет, нет? А, ну, в целом, да, поперло. То есть процентов так 10 мы ему смело подняли. А, да, значит, таким образом мы его сейчас, походу, и притамим. Смотри-ка, вообще хорошо. Он, походу, мощнее, чем наркобери. Да, вообще хорош. Все, мы сейчас огребаем, притамим. Да, вот всю жизнь об этом мечтал, а. Вот прям мечтал, вот не мог дождаться этого счастья. Пошел к водичке, попить пошел к водичке. А там уже собака это ждет, который крокодил. Быстро сюда. Давай быстрее сюда. Псина! Я ж долго не убегу. Побежали. Во-первых, нам нужно его увести. Во-вторых, от него нам нужно убежать. А увести нам нужно его именно от раптора, который скоро проснется и так. Короче, проблем подкинули. Все, мы от него убежали. Вроде немножко убили. А, погнали, попьем. Вот нужно было ему в этом месте оказаться, а? Не, вот ты мне скажи. Садись. Отлично, побежали. Главное, чтобы не нашел нашего раптора. Если найдет нашего раптора, он съест. Это я тебе говорю. Крокодилы такие, жуть все подряд. Ну, он ушел туда вроде как. Так, значит, смотри, я вот 20 грибочков нашел. 21. Хавай, 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 хавай. Не стесняйся. Площадь такая. Сжал. Нормально, смотри, поперло, поперло. Все, отличненько. Я думаю, мы его попробуем притомить. Если его не сожрут и нас попутка, то, думаю, он должен притомиться у нас. В целом, вроде как, нормально пока. Ладно, отлично, хорошо. Встал наш красавец. Побежали, доведем до дома. Я надеюсь на это, что у нас получится. Посмотрим, кто у нас там, что, кого, как вообще сожрать умудрились, непонятно. Ну, да ладно. Побежали, в общем. Так, а хата у нас должна быть, наверное, где-то там. Вроде как тут бегали. Нам нужно, наверное, вот так вот вдоль горы, вдоль ручейков бежать. Скорее всего. Еще один раптор. Ну, этого мы сидим. Тоже 90, смотри, как. Не, наш накруче, наш уже 111 стал. Только он кусаться не дает. Прикинь, укусить не дают, а? Какой единоличник. Какой хороший защитник, да? Ну-ка, сейчас съедим раптора. Давай на кусочки его. Отлично. Мяско. Так, пойдем. Хорошо, побежали. Раптор, ты за мной? Раптор, ты за мной, отлично. Так, в общем, попытаемся его еще доставить до дома, в принципе. Если я все правильно помню, то наш дом где-то должен быть вот тут. Между вот этим и вот тем водопадом нам нужно перелезть. И, возможно, мы окажемся в доме. Есть у меня такие подозрения. Да, я прав. Пошли. А вот, смотри, а вот, походу, вот этот 130-й и тот спина, который сожрали всех, кому не лень. Нет, это 20-й какой-то. Вот спина 130-й.
Так что нам нужно как-то перебежать теперь грамотно. Я даже думаю, знаете, как мы грамотно? Мы даже не посюда полезем. Да, мы посюда вообще не полезем. Мы полезем вот тут в обход. А, тут вроде как собаки были, но надо аккуратно как-то это делать. Опа, застрял. Ты что застрял-то, я, друг? Раптор, вот это вообще не самое время. Не самое время и совершенно не то место, чтобы застревать. Мы уже в двух шагах от дома, чтобы нас еще съели. Не надо нам такого счастья, поверь. Ой, спина. Ой, раптор. Еще один. Какие левелы? Левелы какие? 70-е и... Ладно, фигня. Раптор мог бы и помочь. Слову. Ладно, заварим. Он там тоже месяц кого-то. Тоже это гоп-стоп. Это у дома, нас за углом ждали. Это гоп-стоп. Так, он нас справляет. Слушай, по нему дома, по-моему, больше идет. Да ё-мы, да сдохнешь ты, нет, раптор 70-й. Так, пошли туда. А, ты съел, да, красавчик. Давай теперь этого заварим. Я тебе говорю, это гопники. Блин, наш раптор сейчас съедят раптора. Нет. Фу. Тихо. Стопэ. Чё у тебя с КП? У него вообще КП нету. Ё-моё, быстрее хавай, друг. Я в тебя верю, ты сможешь. Ты прикинь, да, ему еще буквально два удара бы и всё, и хана. Сейчас маленько откормим. Так, ладно, вовремя заметил, вовремя успели, отлично. С другой стороны, блин, этого бы не притащили. А, у него было бы шансов побольше. Ладно, отлично. Короче, знаешь что, раптор? Давай потом попрыгаешь. Пока не отставай, пока давай за мной. Там есть цветочек, мы сейчас тебя подлечим, пошли. Только нам, до этой цветочки нам надо сейчас добраться. Я тут короткую дорогу знаю. Как относительно спокойно можно это перебежать, переплыть и так далее. Значит, вот главное вот этот моментик переплыть, и все, и мою цветочка. Раптор, давай так, чтобы тебя пираньки не съели. Все, давай, отлично. Так, все. Хоть нас грабанули, сволочи. Так, ладно, у нас КП остановилось, раптор у нас почти зажил. В общем, мы дома, ребятки, давайте мы на этом серию закончим. А, если вам понравилось прохождение, то ставим большой палец вверх. Пишем в комментариях, что вы по поводу этого, по всему этому поводу думаете. Думаете, нас зарейдили или все-таки не зарейдили. В общем, не знаю. Или просто дикие зашли. У меня такое ощущение, что нас зарейдили просто. Потому что, блин, ну как дикие, нахрена ему тут ходить и целенаправленно убивать. В общем, на этом все. Все ссылки в описании под видео. Всем удачи, всем пока.